в принципе, вы можете прочитать в описании. Розыгрыш будет 22 апреля. Подведу итоги 22 апреля. Итак, чем я хотел с вами поделиться? О том, как можно в премиум-магазине экономить свои деньги. Это все делается очень просто. Сейчас я вам покажу на примере 1000 голды. К примеру, как можно их купить гораздо дешевле, чем нежели они стоят. К примеру, давайте посмотрим. 1000 голды стоит это 220 рублей, да? Как мы видим, 220 рублей. Но чтобы сэкономить ваши деньги, мы делаем вот таким образом. Уходим вниз, выбираем регион, изменить страну. Вводим Украина. Подтвердить. И смотрим. 100 голды стоит 80 гривен. Смотрим курс. Курс гривны. 1 гривна стоит 2,07 рубля. Итак, 80 умножаем на 2,07. Получаем 165 рублей. То есть 1000 голды вы экономите примерно 55 рублей своих денег. Также, к примеру, можем купить премиумный танк. Уже он будет стоить... Так, смотрим. Стоит 700 гривен. 700 гривен. Таким же образом считаем. 700 умножаем на 2,07. Итого 1449. Ну давайте я округлим 1500. Это стоит он в гривнах. Переводим обратно все это дело. Интересно же, сколько он стоит в рублях. Подтверждаем. Так, и смотрим. 1000, тот же самый танк, 1925 рублей. Чувствуете разницу? 1500 и 1900. Это получается, ну, чуть меньше 500 рублей экономия с одного прям танка. С любого, при том, что он стоит вот такое количество. Давайте, например, Леву еще разберем. 2750 стоит Лева. Давайте посмотрим, как сделаем мы его в гривнах. Тысячу гривен стоит. Умножаем на 2,07. Равно 2070. Понятна разница, да? Вот такая история. Спасибо всем.